Ну, здоровушки, ребята. Так, сегодня мы поиграем в игру под названием Ninja Gaiden Z. Яйба. Тут написано, наверное, так. В эту игру посоветовала мне поиграть одна подписчица. Так, почему-то FPS у меня сейчас просел. Давайте посмотрим, что у нас в видео вообще. Может, эта игра чересчур требовательная для меня. Я много на себя беру. Окей, давайте смотреть, что за она. Яйба, нормал. Яйба, я, кстати, походу правильно прочитал. Какие тут костюмы есть? Великан. Камуфляж. Короче, я, походу, какой-то репак скачал, в котором открыто все, в принципе. Может, не все. Неважно. Предупреждение. В игре используется функция автосохранения. При каждом появлении значка игра сохраняется. Окей. Подождем загрузку немножко. Большинство врагов более расположено к определенному типу урона. Сочетание тихий. Сочетание тихий. Это тупо пиздец. Открывает новые эффекты. Немножко микрофон поближе, потому что в прошлый раз я икону записывал и, блин, мне не понравилось, что микрофон далеко был. А говорю я не очень громко. Стараюсь, по крайней мере. Мультфильм. Сейчас я тоже, наверное, не буду. Я бы водички лучше попил. А где субтитры? Субтитры, наверное, надо будет включить. Что-то там последнее время что-то у меня херовенько. Надо к врачу сходить. Наверное. Мега сеча, блин, в стиле лучших анимешных мультфильмов. Что-то кот бесится, или я не могу понять, какие-то звуки жесткие вокруг. Опачки. Треснул тебя, чувак. Бывает такое. А, блядь, он еще и сдох. Заебись. Он еще какое-то время разрубленный походил. Прикол. Окей, хорошо, давайте пропустим это. Это было первый раз, когда я умер. Первый, типа, самый лучший. Потом меня типа вернули. Дали мне броню, походу. Я, короче, замерз. Я сбежал из одного ада в другой. Уменьшил популяцию одной из стран. А потом вернулся и уменьшил ее еще немножко. И остался я, короче, один. Эти люди страшные, на самом деле не зомби. Блять, все, FPS просел. Работа с трупами. Сейчас буду я играться, короче, с настройками графики, чтобы... Труп. Знакомься. 18 FPS — это говно. Комбо, откройте множество мощных бла-бла-бла мечом и Е, короче, удара. Не, ребята, я, слушайте, немножко отвлекусь. Так, внимание, смотрим. 34 FPS. Ну, в принципе, нормально. Ох, как приятно же их гасить всех. Я, короче, наверное, 5 минут сейчас поиграю. На мышке и вообще на клаве. Ох, блять, я на Е на что-то даже нажимаю. Короче, он как-то прикольно летит. Вообще как-то непонятно все, если честно. Но очень приятно. Я к чему это все говорю? Сейчас я, наверное, возьму джойстик, потому что играть на клавиатуре, конечно, прикольно. Но до конца я ощущений четких от слэшера получить все равно не смогу. Но прикольно. Сразу, блядь, пятерых чуваков своим мечом гашу. Камера отодвинулась, между прочим, я до сих пор там бегаю. А я прыгаю? Нет? А, я как, блядь, не знаю где. Не помню, в какой-то игре тоже было такое. Блядь, я бегаю быстрее, может не убежать просто. Не, нихуя.
А у меня разные удары вот на разные клавиши, что это же. У меня только чисто одни, блядь, и те же, просто их настолько много подряд, что я... А, блядь, вообще не понимаю, что чего. А, во, на правую клавишу он бьет, короче, каким-то жестким... Короче, на левую он бьет мечом. На правую он бьет своим... этим самым... Крюком. Честное слово, я не, вообще не знаком с этой франшизой, с этой вселенной Ninja Gaiden. Вроде как бы она была, я так понимаю... Блядь, меня хоть кто-нибудь ударил? Такой вопрос. Вроде как... Зараженное туловище, блядь. О, блядь. Туловище. Туловище хватает Ябу. Прикольно, мне имя, блин, надо запомнить. А, лишают его сил и замедляют. Рывок Space, удар Е помогут от них избавиться. Быстро! Иди ко мне. Кровинушка моя. В прямом смысле. Ага. Что-то приспособилось только что. Да не сможешь ты ко мне присосаться, господи, ты боже мой. Эти ноги мне могут что-нибудь сделать в реале? По всей видимости, да. Так, как-то я избавился, опять же, либо на Е, либо на повел. Похоже, ты в ловушке. Фиксированная камера, куда мне идти? Сюда? В холодильник, что ли? Так, Е это, короче, удар кулаком. Левая кнопка мыши, удар мечом, и правая удар плеткой жестко. А, левый shift киберзрение. Уничтожьте стену. Так легко я ее бил. Е, уничтожение хрупких стен. Всего-то. Здорово, мужики. Красноармейцы. Стопудово красноармейцы. Отъебись. О, рука. Вкусняшка. Вы и армия. Пехотинец. Блять, не в пизду нахуй. Я не хочу, я как... Не хочу, я, говорит, служить. Да вот вам лучше удар с ноги, с руки. Смотрите, у нас, походу, там добивание. Последний удар комбо делает зомби узьюми. Нажмите F для добивания. Блять, тут еще и жесткие какие-то добивания есть. Вот это заебись. Моя рука. А вот наши фанатки. Не хотят, чтобы мы прошли Ninja Gaiden. Граната, блять. Красный. Хеллбой. Гранатометчик. Я думал, это камикадзе. Пизду тебя, чувак. Отлично, мне понравилось. Ништяк. Цель. Нажмите маус. А, цепь. Для использования цепи. Плюсы дальности управления иммунитет к электричеству. Низкий урон. Часто промахивается по... Ну, понятно, ну, елки зеленые бывают. Опять же, иногда. Да нормально, низкий урон. Я могу вообще нормально гасить. Тихо, уходим. Отлично, все, я думал, что это будет проблема, если честно. Блять, я вообще не понимаю, что он там кого там. Ну, это прикольно, на самом деле. Так вот, жиденько так, прикольненько. Ёб твою мать, что со мной происходит? Я реально какой-то жесткий стал. Ой, блядь. Чё, ты чё не умер? А где мои жизни? Слева или вы и армия справа? Где написано? Наверное, все-таки вы и армия... Это более... Более, я не знаю, что. Но пока что все легко, если честно. Надо камерку проверить. Наверное, она замылена у меня немножко. В итоге, кстати говоря, просто понизил разрешение с 1920-1080 на 1600 с хером. Так, секундочку. Так, я не знаю, видно это или нет, но я увеличил камеру и убрал замыливание. Увеличил я камеру, потому что я меня мало, короче. Особые предметы по всей игре разбросаны осколки. Соберите 4 каждого типа, чтобы увеличить здоровье или стихийную защиту. Стихийная защита. Так, мышка-то не отвалилась. То у меня что-то... Я как-то загружал игру сейчас. Yes. Блять, нифига себе. Здорово. Блять, я забыл субтитры включить. Давайте попробуем субтитры. Настройки.
Игра. Говно. А, в аудио, наверное, 100%. Субтитры. Да, у меня оф стоит. Че, ебанулись, что ли, ребят? А, ну конечно, вы же сначала что сказали, потом. А, занятые зомби. Занятых зомби можно схватить. Короче, на R, чтобы его схватить. Продавать им как оружие, но интересно просто. Моё! Мясобойка. Ах, блядь, я крутой чувак. Я, короче, взял зомбарем стену про это самое, про херачку, короче. Осколок огня. Ништяк, нажмите R, хватайте R. Что, чем бросать? Shit. Куда мне идти, блядь? О, ништяк. Сектор R61 под угрозой. Реактивное скольжение. Боевой вертолет. С сиськами на голове. Ну реально, у него там титяндры, по-моему. Нажмите Q для блокировки. Джедай, блять, 80 уровня. Прикиньте, бы Квайгон бы так херачил. Я не знаю. А, контратаки. Большинство. Нажмите блок в последний момент. Опа! Заебись, я отродил, да? Отражатель вообще. 3000, моё! Держи. Время, блядь, заебись, почти с первого раза. Здорово. Да, за сиськи берись. Там сверху колокольчики такие. Ты выжил, черт, а я хотел уйти пораньше. Сосёшь ты. О, заебись. Я все правильно делаю. Я не знаю, я просто, ну, может, я съёбнусь и все. Сука, я тоже заорал от себя, сусь. С текстурку бы ёбнулся. Он такой прикольный. Блять, наверное, все четко делаю. Блять, такой нахуй. Не знаю. Так, отлично. Ключ. Короче, все четко, наверное. Это просто было все на одном дыхании, я какие-то клавиши нажимал. Ничего не могу сказать. Кушать мозг. Сейчас ты отведаешь мои плеточки. И у тебя что-то, по-моему, с карисом. Какой-то он не особо красивый. А вот так вот, может, смотри. Опа! Йоу! Это я блокирую. Заебешь ты нахуй. Тебя памперс, блядь, протекает, даун ты! Она F, я могу тебя взять? Я бы взял бы тебя полностью, если честно. Ух, нифига себе, что это с ним? У него мухи. А, это у меня мухи, у меня жопа. Ой-ой-ой. На тебе, во, во, вот тебе. В морду. Уходим, уходим, мухи. Да у него вообще ярость бездны. Есть такой новый уровень, зайдите в дерево на выход. Нажать им бэкскейп, расходу течки на выход, ну и по-моему. Не, прикольно на самом деле, я, наверное, не буду переключаться пока на этот самый, на джойстик это очень долго. Так, уровень 2. Что это, блядь, 4, что-то не понимаю я. Ударьте мечом в пешке. А, ништяк, хорошо. Удар мечом в пешке. Спейс, затем держите маус один, пока яба. Ябать. Не, стоп! Что я сделал? Все летит к чертям назад. Давайте еще раз к дереву навыков. Бэкскейп я нажимаю. Ладно. Я специально. Куда он упал? Там было под это самое говно всякое. Так, а как мне в дерево навыков-то перейти? Не-не-не, уйди. Ай, блядь. Как-то тупо, блядь. Как-то очень. Я хочу к дереву навыков перейти. Почему вы мне не даете? Конечно, ты чё? Меня дунуло. Я теперь понял, что я сдохну-то. Ну, дует. Надо подождаться, пока перестанет дуть. Дунь. Ништяк, она дула. Бежать. Едь. Ждать. Отлично. Замечательно, еще один прыжок. Ты хера рано прыгаю.
didn't work it out that far in advance. What? Какой удар в прыжке? Говорит, нажми Space, левая кнопка мыши. Хер его знает, вообще не понимаю, как пользоваться. Сдавайтесь. Так, на Q, да? Ты понял, блин. Давай еще одну гранату. Опа! Молодец. А теперь всякая мелочь. Сейчас мы с ней тоже, в принципе, разберемся очень быстро. Так, сколько это нужно? Мясобойка. Слабых зомби можно схватить в любой момент. Для этого нажмите R. Ну-ка, оп. Мое. И поехали. Но, но, но. Ой, блядь, я его натянул, короче. Натянул я его, короче. А теперь на тебе. Пустяк, мне это нравится, смотрите. На Е, короче, можно херачить с зомбарем. Так, правда, я не понимаю, что на самом деле, какие плюсы от этого прикола. То есть, ну, допустим, мое. Допустим, это мое. Ух, блях, как прикольно. Сейчас съезжайте на мясо. Мне бы эту игруху, когда я реально вот был малой, там, бляха, играми интересовался, но чуть ли не как к чему-то сверхъестественному относился к играм. А, у меня же труп есть, точно. Труп и мясо. Вот, сейчас как-то я уж более повзрослел, игры вот такого сорта меня, ну, не то чтобы не особо привлекают. Ебать, я только что выжил и просто, короче, на ровном месте. А мог бы и сдохнуть. Вот. Что, будет еще что-нибудь? Отлично, слушайте, я прям угадал. Вот. Я помню, была игра такая, называлась на черепашке ниндзя. Именно слэшер такой, может, помните. Я не помню уже, как точно она называлась. Ну, короче, факт, что черепашки ниндзя. И там можно было на двоих играть с одной клавой. Бля, ебать, тут круто сейчас будет. Сейчас вообще у это самое... Уходим! Я выжил, смотрите, ребята, я выжил. Это очень круто. Потому что я возьму одного парня с собой. Чьи вертолет, о, тяжелый артиллерий. Почему не бросите его зомби? Ай, бля. Лови. Ништяк. Лови еще одного. Я не в того кинул. Ю. Мое. Уходим. Опа. Я, говорит, почему бы не бросить в него зомби? И что я сделал? Ты стал мне на пути! Лови! Так, вот и встретились ракета и зомбарь. Теперь мы знаем, что будет, если встретиться ракета и зомбарь. Так, стреляй, мудак. Ништяк. Давай, еще одну, давай. Отлично. Блять, говно какое-то, я не того, что сделал, что хотел. Где я? А, вон, справа. Давай. Блять, сука. Что это было? Это было не то, что я хотел. Бля, меня сейчас убьют. Это будет первая моя смерть. Уходим. Ух, бляха, я реально сдохну. Да, я ж нажал. Вставай, проснись ты, Сириш. Слишком долго я умер. Умирал. Нормально, слушайте, очень круто. На самом деле, вообще кайф. Голова зомбаря проколот. Не забывайте тратить очки навыков Backscapes. Так я же нажимаю Backscapes, они не тратятся. При получении нового уровня. А может, у меня там есть чуть-чуть. Если у вас мало здоровья... Это ваша проблема. Снова в действии. Ну это... А, это я все сначала? Ну это я все сначала. Так, почему у меня FPS просел? Так, ребят, давайте немножко паузу небольшую сделаю. Короче, друзья, я опять показал свою оленистость. И в итоге я обнаружил, почему все-таки FPS просел. Как вы видите, я сейчас захерачил все на полностью, потому что я, блядь, просто забыл подключить зарядку к ноутбуку.
Итак, давайте заценим. Во, сейчас все нормально. 60 FPS показывает на полной графе. То есть, блин, я вообще думал, что это у меня с ноутом. Вроде должен тянуть игрушка, как бы, блин, не этого года, 2014, если мне не изменяет память. О, ништяк, вот сейчас просто кайф. Теперь, товарищ вертолет, тебе хана. Или мне хана, еще не... Я еще не определился, если честно. Ух, блядь, какой быстрый. На тебе, чувак. Ракет немножко изменил свою траекторию, да и ничего страшного, так бывает. Блядь, я палец порезал недавно. Видите, как я жестко порезал палец, на самом деле. Если я вам расскажу, вы никогда не поверите, каким именно образом я это сделал. Потому что это невозможно практически. Знаете, вот иногда бывает, травинкой порежешь палец, и это вообще, блядь, пиздец, это приятно. Вот примерно таким же образом я и порезал себе палец, еще довольно глубоко. И не то чтобы я жалуюсь там или что, но... Блять, это обидно, когда подобным образом, блять, режешь палец. Пиздец. Тем временем я, короче, говорю о том, как я жестко травинкой порезал палец. И в это время я немножечко крушу зомби. Просто-напросто вообще пополам. Я думаю, что порезанный палец их волнует меньше всего. Особенно этого, который в полете получил от меня пиздюлину. Там чувак, пол чувака бежит. Опа! Ниндзя Гайден, блядь. Так, дальше, по-моему, право. Не изменяет память. Блядь, это все заново. Не люблю вот такие уровни, где надо прятаться вот подобного рода цели, типа. Ну, капец, мне надо как-то... Почему я на Backscapes не могу, блин, вызвать этот самый... Ой-ой-ой! Ништяк, в прошлый раз, по-моему, меня замочило. Замочило. Промо вниз. Ништяк, я умный. Сейчас чуваки, потом вертолет. А потом еще и самолеты. Нормально. Нормальненько. Мне один мой знакомый говорит, какого черта ты, говорит, монтажи не делаешь. Возможно, у вас тоже, кстати, возник такой вопрос. Я вам скажу так. Нифига себе, она... Я только сейчас заметил, что она за грудь держится очень эротично. Я не делаю, потому что это не привлекает меня вообще. Я имею в виду, мне самому не доставляет удовольствия делать монтажи. Бляха, я опять сдох. Да ну нафиг, у меня 6 хитсов. Внизу написано. Сверху написано справа. Блин, я опять сдох. Это на самом деле не так просто, как я думал. Это значительно сложнее. Мне прикалывает, что у этого зомбаря, который перед нами, трясется нижняя губа. Челюсть. Это смешно на самом деле. Блять, у меня окно открыто, меня слушают. Бесплатно абсолютно. 19 FPS. О, и резко 60. Вот это я люблю. Вот это я люблю. Блять, опять это все. Давайте я немножко пропущу. Так, только что закончились самолетики. Начались опять зомбики. Я не буду сейчас тратить время на то, что я буду там брать, кого-то, кто там справа стоит. Кто там справа стоит? Кто там справа? Никто там не стоит! Ой-ой-ой-ой-ой! Все, давай, появляйся самолет, короче, вертолет, и я тебе, короче, так загашу твоими же ракетами. Так. Опа! Не ожидал, да? Ништяк. Срань, просрал ракету. Давай. Опа! Нифига себе, меч поднял и насрать абсолютно. А, блин. Ну, кью! GameCube, сраный. Причем тут GameCube, я, конечно, не понял еще. Я опять сдох. Вот, я, короче, дошел снова до этого момента. И у меня, бляха, 100 хитов. Я только хотел похвастаться этим. О, не, нифига, у меня все, у меня 100 хитов, в принципе, и все хорошо. И сейчас мне осталось только завалить вертолет. Отлично, отлично. У меня чуть-чуть совсем, 90% хитов. Ха, блять, я неуязвимый. Смотрите, эти дебилы не могут меня... Достать, сука, я могу. Ну давай. Блять, он даже в меня попасть не может, не то что. Отлично, на! Хер в подонок, если загасил. Все, загрязнение воздуха сделано. Я только что загрязнил воздух. Ой, блядь. Понедельник был хуёвый.
понедельник день хуёвый. Сейчас уже все плохо. И тогда я встретил. Быстро говоришь, большим мудаком. Оказался он, короче. Думаю, это делать его главным мудаком. Здравствуй, мой кибернетический друг. Я слышу, у тебя трудности с выполнением приказов. Я послал его нахуй. Бля, ебать, у него сисянка охуенная. Какой поступок пытался совершить? Это вынуждает меня напомнить, что энергетический ядро поддерживает твою жизнь, я могу выключить его в любой момент. Я убийство оставляет такую горечь. Я прервал его разговор. Ну, он отказался голограммой. Ты меня насмешил, убийца-ниндзя. Ты же видишь, у нас общая цель. Хочешь убить Арю? Арябуса. Пытается сдержать эту замечательную вспышку. Какую вспышку о чем-то? Я заштопал тебя, чтобы ты убил его. Ебать, Скорпион. Дель Гонзо все еще болтал. А я уже... Сын говорит, правду, я убью Хаябусу. А если нет, то сначала его, а потом Хаябусу. Невелика разница. Логичный парень. Блять, ХПС, ты чё проседаешь-то, падла? С 13 до 50 прыгает, падла. Собрано предметов. Нихуя, половина. Не половина, меньше. Смерть и... Херово. Две смерти, у меня больше смертей, до этого дох. Так, список лидеров. Все, я, короче, лидер на пизды. Мне не ебет, я лидер. У меня есть скотч, значит, я лидер. Малярный. Тем более, я лидер маляров. Обычный малярный скотч, ничего с этим и не сделаешь, по сути. Ну что, давайте используем все наши скрытые резервы. Просто покажи, куда отправился Хаябус, я так понимаю. Станция прослушивания есть. Магазин нижнего белья, купите себе что-нибудь. Соберись, Яйба. Откуда у нее, у Гика, такие сисяндры охуенные? Вы мне объясните, пожалуйста. О, заебись, черепашка-ниндзя. Сейчас выпрыгнет, у меня такое чувство. Потому что реально такой... О, она в натуре, черепашка-ниндзя. Рафаэль. Это, блядь, за наркомания. А я не боюсь клоунов, не насрать. Расщепитель. Боже правый, кажется, в город приехал. Цирк. А клоуны остались. Ты понял, смотри, как там... Ой, блядь. Ой, блядь. Ты шарообразное, маткоподобное говно. Вот себе рукой. Дайте, я его хочу рукой ебануть. Вот, ну, тебе падла. И уходим. Да, вот тебе падла ты. Говняк ты. У меня удар руки вообще какой-то, на самом деле. Блять, ну он покруче бывает. Да, я пробиваю твой сраный блок. F. Черт возьми, что ты делаешь? А что я должен был сделать? Я, короче, начал нажимать эти самые клавиши почему-то. Все стало херово. Так, подождите, ребята, я понял, что мне надо пробить эту стену. А, то есть я могу рукой ее, в принципе, пробить. Блядь, что это было? Нет? Не, ребята. Я не могу ее рукой пробить. Так начинается, продолжается, точнее, опять слэш... Слэшер комбо. Мадафак. Иди сюда. Али, оп. Нихуя. Открой дверь. Открой, сама медведь пришел, ебаный урод. Что тут написано по-русски? Просто горячее. Блять, и тишина, нихуя. Ноги! Сука, блять, два клоуна, это плохо. Вон этот самый военный пидорас. Ничего личного, это действительно был военный пидорас.
никаких оскорблений в сторону военных. Я глубоко уважаю, тем более у меня есть среди знакомых военные люди, поэтому... Блять, ты чё раком меня бьёшь? Это оскорбление всех анимешных, не знаю, фанатов, наверное. Я так полагаю, что этот чувак, с которого играю, это, блять, крутой чел. У него там в сердце вшит какая-то мандульня. Он ебашит клоунов, причем таких жестких. Блять, опять он раком стал, слушай, чувак, не, я не хочу тебя. И ты не заставишь мне себя хотеть. Не смешно, нихуя, я сейчас тебе докажу, что ты не смешной. Ух ты, блядь, какой он крутой. Так, F. Ух ты, блядь, что это было? Ё, чудо, никаких зомби. А теперь дверь мне откройте. Блять, ну что это я сделал? Я вообще не понимаю. Раскрасть город красный. Нужна взрывчатка, чтобы взорвать стену. Дебил. Сейчас я дам тебе пизды. О, блять, люк сейчас. Здорово. Моё. Чувак, прощай. Ты был никчемен, жизнь твоя говно. Клон, глон написано. Здорово, чувак, как пройти в библиотеку? Я думал, ты с первого раза дохнешь. С первого удара. Не, мне нравится вот с таким туннельным уровнем проходить. Я мега-гопник с мега-заточкой. Или заначкой, хуй знает. Откройте, пожалуйста. Блять, я думал, может там какая нычка есть. А это нет, это не так. Вот так вот, раз. Раз, два, три. Катаев. Жим Чужина. Ебать, Аладдин там живет, у меня такое чувство. Стоит ли удивляться, что я предпочитаю получать информацию от незаконного наблюдателя? Да я вообще не удивляюсь, что ты получаешь информацию, ты же мудак. Мудаки, они... Как правило, получают информацию. Если честно, если бы я знал половину комбарей, которые я вообще выполняю, я имею в виду, каким образом я их делаю, то есть я, грубо говоря, беспорядочно, практически херачу на клавиши, ну практически, у меня есть иногда система там... 2 секунды я херачу на левую клавишу мышь, потом 2 секунды на правую, потом 2 секунды на... Это офигенное у меня получается. 100% мне надо уже прокачивать навыки, я так понял. Бэкскипс. Нихера! Нога, иди в жопу. Жопа, иди в ногу. Не кричи. Бэкскипс. Нифига. Так, настройки. Как дерево навыков прокачивать? Управление, игра, игра. Нет, управление давайте. О, вот смотрите. Опа, опа, опа. Надо все-таки будет подключить контроллер. Жажда крови. Что за жажда крови? Мне интересно. Настройки контроллера. Так. Инвентарь, таб, добивание. О, подождите, давайте в инвентарь глянем. Срань господня, мне ж, блин, не на бэкскейпс надо. Вот это что такое? Вот это что такое? Спейс, затем держите маус один, пока яба не будет готов к прыжку. О! Срака! Я так не знал. Я так не умел для начала. Вот это что такое? Меньше рывков требуется для погашения огня. А я гореть могу еще? Заебись. Так, где тут мои? Вот 6. Я так понимаю, 6 раз я могу себе что-то улучшить. Уровень 4. Улучшенный захват. Мини-игры борьбы легче выиграть. Яба может добить зараженные туловище и ноги в любой момент, даже без раннего... Понятно. 9 новых комбо. Начните с удара Е, перейдите к мячу. Держите маус 2 для новой разрушительной атаки и увеличенной на 50%. Маус 2 для новой разрушительной атаки. Давайте посмотрим, что она. Нихуя, я не понимаю. Не работает.
Что это такое за дуда? Держите Маус 2 для нового токсичного спрея и увеличен на 50%. Чуть непонятно. Короче, херачу. И все. Держите Маус 2 для нового уменьшения шока. Блять, понятно. 8 новых комбо. Мне кажется, что какой-то перевод очень галимый. Держите Маус 2, чтобы откинуть врагов круговой атакой цепи. Ну, вот это как-то круто. О, вот эта тема. О. Вот эта тема. И вот эта тема. Нормально. Так, давайте посмотрим еще что-нибудь и, в принципе, закончим. Значит, удар рукой в прыжке. Спейс, затем держите Е, пока Яба не будет готов к прыжку. Давайте посмотрим, что за оно. Где? Заебись, блядь. Упал лицом, походу. Давайте еще раз посмотрим. Я лицом падаю вниз или как? Еблом так вниз, хуяк. В натуре. Слушайте, падаю лицом вниз. И это прикольно. Ладно, ребят, давайте уже закончим на сегодня. И в следующий раз мы разъебашим, короче, эту стену. И посмотрим, что там, по-моему, тараканы бегут. А, нет, это текстура. Спасибо, что вы посмотрели ролик. Подписывайтесь обязательно на канал, если не подписались. Будьте счастливы. Всем пока.